So our nav points is Delta 5, Echo, oh, Delta 5, Delta 6, Echo 7, and yeah, and then I tell you where to go. Судя, нет самое. Ну, Да, собственно, не да. поясничай, я понял. Нет, я имею в виду, не вылезай на просмотр. Please radars off until the fire contact. Блин, не вижу Шиву. Если ты не видишь Шива, а Шива видит тебя, это плохо. Она у тебя на 6, да? Видишь Шиву? Нет. Она есть. На 6. Вижу вражеских мехов, квадрат ориентировочный Е2. Echo 2, enemy contact. Какой квадрат? Е2. Ага, понятно. Вижу Шиву. Жду вас. Квадрат опять-таки, примерно угол карты хотя бы. Квадрат в районе С1. Виви, осторожно. О, нифига себе. Так это сзади даже. Кил, нам нужно подождать товарища МА. Я вижу хорошо. Ну ты не стой только на открытке. Встань под горочку, чтобы тебя Шива на белом снегу не видела. На халяву. Шива такая вещь, что может и вертикально спикировать. На своих уводят, сволочь. Да, они все в Д2 сейчас. Стоят на месте. Примерный состав раскладки, ассолт там. Видел Равена. Все, я больше ничего не успел разглядеть. They got Raven. Окей, keep moving. Echo 7. Посмотрите, пожалуйста, за мной. Есть Шива, нет Шива, что они делают? Я посмотрю. Я вообще никого не вижу вокруг тебя, ни Шивы, ни Равена. Нет, за тобой чисто. Ладно, я тогда в вашу сторону нахожу. Давай. Короче, атаковать я толком не могу, чтобы прям продамажить нормально. А, не надо. Зоберк, вы я не успею ее просто. Повтори. Поэтому один. Просто буду пока. Е7, эхо 7. Да-да-да. Ну. Разок я лагерь по движкам всадил, но это мало. Ну да, у тебя крыло чуть-чуть повреждено, чем. С земли прилетело. Ну, в сторону F5 чисто есть. Нет, это рад. Нет, да, Шива кружится. Нет радарных контактов. Шива над своими. Это база. Там они все стоят там на краю карты. Понятно, понятно, понятно. Я не могу все время контролировать, правда? Okay, looks like they all in position in Echo 2 on the edge of the map. And Shiva is above them. Keep in position two. Hold in position two. Think we should. Внимание, типа целей. У них есть рифла, у них есть бакланер, у них есть Тор. Rifleman, Thor, Blackliner, Raven, and Shiva, and something else. Vivi. Может, последний. А, да, кстати, Шиву видеть перестал. Okay, guys, let's move Gamma 6 and then move Foxtrot 5. Roger. Я вас тут подожду. Судя, подтягивайся. Ага, Шиву вижу, там уже кружится. Турельки отключены на базе? Да-да-да, отключены. Okay. Они, кстати, сейчас злые стали. Двигаются в район... Блять, куда они двигаются? В район F квадрата. Шива кружится вот над F. На юг двигаются? Да, да. They move in south. Keep moving, keep moving. Судьи, втопи, пожалуйста, на 290 под горку. Да, вижу Шиву. За 2 километра. Под, направление и угол. Направление 310 и угол 20. Visual contact Shiva at 315. На радаре чисто. Чисто. Кажется, гауссы. Значит, ну как я хер знаю. Не факт. На радаре чисто.
Вивиан, инфа нужна. Внимание, двигаются в вашу сторону. Равен двигается в вашу сторону. Окей, остальные стоят там, где стояли до этого. Около того. Enemy Raven moving in our F1 даже скорее, не F2. Шива летит прямо на нас, ребят. Шива incoming. Вивиан, отрабатывай. Килл, дай еще раз градус. 317. Ну, по-прежнему 2 километра до нас. Нет 1500. Да, я видел. Но она заходила прямо на нас, она нас видела, запалила. Понятно. Понятно, что она палила, с этим Данчик сделала. Так, 317, говоришь? Окей, guys, let's move Gamma 4 in the upper part of the this grid. This square. Чисто. Rocks on our right side will be good defend versus Shiva. Один открытый особо не так чистый, нам живой не нужен. Да, вот, так, вот. А такое шиво немножко. Суди, выгляни за этот холмик, который перед тобой, направление на 240-230. На 240 принято сейчас. Шиво проатаковал, пару лазеров садил, ухожу. Суди, выглядывай быстрее, мы к тебе идем. Посмотрите, okay. Она за мной летит или нет? Moving at Suddy Borsh position. Не видно, at position по крайней мере отсюда. Район. Чисто. Там база, чисто. Не стой, Суди. Чисто, пожалуйста. Хорошо, я понял. Они стоят в районе E2. They are in Echo 2 again. User entered your channel. Да, вижу Шиву. Управление 22. Ой, не, вру. Дистанция. Угол 22. Заходит на нас. Какое направление еще раз? Не работает. Направление 350, 10. За 1200. Уже ушла. Запалила. Прямо подо мной вражеский равен в Е2, КП-9. Угу. Понятно. Попробуем сейчас. Now let's move Foxtrot 2. Try stay close to the hills, guys. Yeah. Идем в F2, да? Да, в F2 идем. Суди, ты первый. Okay, okay. Прижимайся. Бегу. Под, под буквы. Они под буквы, ушли на E2 и далее. Например, на далее. E2. На север. See Raven 1 км. Направление 341. 3-4. 3-4-0. Raven. Так, Шива, где Шива? Here goes the battle. Где тут он 241? 341, может? Равен прямо у вас по курсу. Прямо на север от вас. Окей. Я же сказал по-русски сначала. Зубер, подожди. Почему я? Пожалуйста, небо поглядывайте, я не могу. Знаю, да. Oh, see Raven. Да, Равенка. 850, 900 ушел без нарка. Ступа. See enemy legs 335. It's a black liner. 335, ясно. Yes. Судя под горку, поджимайся, 350. В C3 видел, кто-то убегал. Everyone, let's move at 350. Есть контакт радарный, направление 330. От меня 900 это метров. Это Блэклайнер. У меня Блэклайнер. От меня 800 метров. Парни, пожалуйста, резко не поглядывайте в мозг. Я ее потерял сейчас. C1, КП-5. 800 метров одиночная цель, радарный контакт. Уходим. Вижу Шиву. Кого-то вижу, он Шива. Радар потерял. Без понятия, строго север от вас. Ага, ну... looks like every ground and air asset moving north from our position. Да, она гауссная, промахнулась, сволочь. Да, 360. Она не промахнулась, она по мне работала. Она отработала и попала. Понял. CT положила. Okay, guys, follow me. Move Delta 3, Charlie 3. Да, в CT попал. Суди, давай сюда. Есть радарный контакт. B2, середина, 2 цели. Radar contact in Bravo 2, middle of Bravo 2.
Смещается, медленно смещается влево, и B2 КП9. Чё, как шило? Какое состояние? Да чё и будет блядь в моих лазерах. Ты можешь их просто затаранить? Не надо. Стоп, 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 бэк. Маулер, бэк. Равен Чарли. He's behind the hill at 340. Oh. And Thor. Вижу, вижу, and вижу. Thor over here. Судя, осторожнее, не лезь туда. Чё ты по прямой на них идёшь? Вернись. Ой, возвращаюсь. А, парни, по вам шило работает или нет? Нет, вроде нет. Какой-то асульт ещё там. Don't fire your LRMs, guys. Масакари. Yeah, Масакари. Суди, за наркой. Шива заходит. Заходит Шива прямо над нами. Виви, попробуй. Блин, нету нарк. А, по мне сейчас пыталась зайти. Суди, уйди, ты огребаешь. Далее вы тут все тут блин. Сейчас guys, let's move right at 40. At 40. Let's try to flank them. Таранить нет? Ну... Ну фигня, правило. Тарань, но в атаке. Если зайдешь, проатакуешь и затаранишь, ну, бывает. Блять, по мне ракета. Написано нарк на 900 метров что-то. Я живой, она битая, она живая. По медленному мусакай не работал. Парни, вам за спиной в Е3 бакланер. Бакланер в Е3. F3, Blacklanner. В Е3. Это далеко, далеко. Парни, далеко, это за 1000. Moving, пока moving, что... guys, don't stay, kill. Подходи сюда, давайте. И, блин, а вот 600 метров по Сакаре, это да. Мы должны обходить их. Стоять нельзя. Я обхожу. Я не стою. Так, а мы с севера тут никак не пройдем, тут сейчас край карты будет. Почему? Пройдем сейчас край карты будет. F4, ну смотри, это ну, F4, тут целая гора. Maulers, if you can, fire at Shiva, please. It's heavily damaged. You've got WAC. Оп, стоп, no, тут уже этот, 21 секунда, нафиг. Все. По мне ведут, где на я не знаю, сколько еще проживу. Come on, guys, Shiva, Shiva. Guys, Alrams, Shiva, heavily damaged. UAC2. Fire. Там баклан дамбом работает по нашим мехам. Blacklanner. From 200. Кто умер? Кто умер? She was down. Yeah, fucking great. Бакланер, он один, но ты его убьешь. Guys, we have Blacklanner at 210. If you can. Есть нарк на Масакаре, нарк на Масакаре. Нарк at Масакаре. За горой он. Move left, move left first. And then fire. По Бакланеру работаю. Ну, ребят. Ну так смещайтесь на позицию, чтобы можно было ракетами поработать. Да-да, смещайтесь. Отработал. Сможешь повторить? Ладно, мне... смогу. Тил, Тил, ты очень близко, ты очень близко подошел. Они я в курсе, но уже зато я отработал. А, бакланер другая, ему не до вас. Окей, бакланер. Пускай выходит, ради бога, мы сейчас их так встретим. Ну чё, готовьтесь маулерами выйти, как-то поработать. Они смещаются влево вместе с этим. They are moving left. I think they tried to rush us. ATM? ATM? Масакари ATM. Yeah, Масакари with ATM. Нарк, закинь нарк на Масакари. Нету, нет пока. Последние 6 нарков. Light gauss on rifleman. Fall back, guys. Don't fire at them. Wait for Nark. Давай, судим. На любого. Эй, осторожно. Ну блин, они так зашли, что... Слайд гаусса. Да. Убить. Ну, попадет, я схапайтесь. Понятно. Я поэтому так скажу. 500 метров, Равен прикрывает. Бакланер CT пробитый. Хорошо, так если... Вот смотрите. Бакланер have heavily damaged central torso.
Давай, Вивен. Заделай что-нибудь. Работаю, работаю, но он меня сейчас начал игнорировать, просто пилит вас ракетами. Судя, осторожно. Только осторожно. Да, Судя, ты можешь попробовать через горы чуть-чуть перевалиться справа. В Е3 на буквах. Возвращается Масакари справа, сейчас будет выходить. Выходят вместе с Давай, наркой. Баклану жопу пробило. Пока нету Забудьте вообще? Про него. Пока нету нарка. В каком плане нету? Бакланер минус. О, Бакланер, да. Вообще нету? Или что? Имеет в виду нету этого самого. About... they're about 200 meters from the rock. Вы на радаре не видите? Derpy, Derpy, walk with duelist together. Move at his position and follow him. Well, guys can't help you with the main group. They call Trifleman. He will annihilate me. Derpy, Derpy. Thor and Rifleman. Others have gone behind rock. Far side. They are moving. Okay. Осторожно. Нарк не работает максимум с 900 метров. Знаю. Блядь. Тора на приземлении, Тора. Тора на приземлении ловит меня, гад. Тор на меняшке пока. Парни, со 3-2 же добиваете, правильно? Наша. Походу, надо действительно где-то подобраться, а нафиг. Без рада. Не заставляй меня пожалеть. Можешь их сзади чуть обойти, я не знаю, как угодно. Кейтс. Не убегу я от них. Если чё, сейчас попробую. Derpy, to the right. Go in front of me, right in front of me. Ну вот, Тор на открытке. And hold, and then just go up and take some pot shots on them. There you go. Okay, a little to your left. Right where my light's at, okay. Take pot shots and then come down for cover. Парни, скажите, у них есть рифла или нет? Она занята нами. Рифла есть. Рифла и Масакари. Рифла есть, но она занята нами. Don't use your LRMs yet, only your PPCs. Иви, на тебя смотрит. Да, я уже словил лазеров немножко. Масакари ушел. Можно выйти попинать Тора, Масакари пока не будет помогать, ему не сможет. Килл, может поп... нет, слева не нельзя. Я достаточно сильно раздамажен, меня этот дебиль. Я тоже, пока я не тоже. Я сильнее, чем ты, поврежден. Я просто хочу выйти к дистанции своей работы, немножко пытаться попинать. Если я попытаюсь сейчас повесить нарк, не факт, что повешу, меня могут... Судь, иди к нам сюда, Килл, подойди ко мне тоже. Да пускай сейчас... все подойдут сюда, и выйдем, нет, и убьем. Нет, не надо, они пусть на ланге стоят целые будут. Нам Derpy, switch with me. Тор у них должен быть говно. Не согласен, что у них Тор. Может, не Тора попробовать добить? I think they're moving south, guys. So let's stick together in Charlie 3, center of Charlie 3. Everyone, move, please. Why? I have the Masakari and Masakari heading 210, Rifleman heading 230, along with Owens heading 230 along very edge of map. Ну, нас выходит Масакари. Окей, Derpy, come down. Масакари. ATMs. Есть нам. Маси, LRMs, fire LRMs now. Радар on. LRMs, kill, давай. Hit R for radar and then hit our LRMs. Я в говно, я без СРМ. Судья, чё ты кулон сливаешь? Потому что я на маске. Удираю, у меня, может меня локнуть, смотри, что со мной. Да вижу. Derpy, let loose LRMs. Нарк still online. Ну, он может за скалу ушел. Да, скорее всего, за скалу. Okay, hold off on LRMs, Derpy. Не забывайте включать радар. Guys, I think that's да, блин. Not a better way to stay on this position. I think we should flank them again from the left. There is a base where we can hide from ATMs, so let's move Charlie 3. Entire group. Masakari опять выходит. They have Masakari incoming. Okay. Yes, man. Derpy, LRMs. LRMs. How exactly do I use the NARC?
Turn your radar on. Turn your radar on and fire your LRM missiles. Direction. Turn on the radar. Fire LRMs at the main direction. They will get locked when they will get in 1 kilometer. Narc good or bad? Narc down. Okay, stop firing LRMs. I will try to kill Thor, but well. Stay there, Derpy. Kill. Иди сюда. I'm quite damaged. 40 км в час. С меня сняли спину. Понятно. Иди сюда. Говно. Да, я вижу. Kill, ты один там, осторожно. Derpy, let's go with the main group down the hill. The way we came. Come on, let's move, Charlie Green. У них там что, рифла уже не осталось, что ли, или что? Есть у них все. Есть рифла, есть. Блин, да я просто набор. Не вижу нихуя, меня это напрягает. Кстати, их почему-то четверо. А, баклан убили, да, точно. Баклан убили? Ты можешь подойти к ним? У тебя С3 есть, судя? Да, да. Есть у него С3, он нам светит. Подсвети, пожалуйста. Я вам свечу, судя, нам светит. Иду. Я просто не вижу их состояние почему-то, ни в какую. А это тоже ты не вижу. Видишь через горы. Там блин. Только Масакари отсвечивает. Да, и состояние через горы тоже не вижу, только лог. В чем прелесть? Вот рифла. Ладно. Погоди, вот ну... Скилл, лог только есть. Ну тут крутится ворон, не пойму только с чем, и этот самый Тор. Мне нужно состояние, блин. Нет пока состояния, не могу сказать. А, Тор, правый Тор с бидой. Состояние только прямая спид. Видимость, когда будет. Лайт заходит с Равен. Масакари, Равен хочет меня добить, Равен. Равен, ребят, помогу. Help, help. User disconnected from your channel. Меня тоже, кстати, грохнет только, блин. Рефлация, да, кстати, очень бита. Если прикончите, будет... На горку выходит. Левый торс у Равена. Left torso у Raven. Center torso у Rifleman. Какой торс у Тора? Правый торс. And right torso of Thor. О, да мы с тобой совсем отрицовы. Левый торс, правый. Я на Равена зайду, пока он там подальше от всех. Давай, только в Масакари тут близко. Лайк гуси, оно такое. Ну да, не спорю. Нам справа, слева, обойти. Не, могу, конечно, сейчас сдохнуть легко. Попробуй, отлично. Молодца, уходи, уходи нафиг. Окей, guys, please, switch your radars off and follow me now, now. Forget about... Окей, за тобой. Follow me, уходим. Ну, суть, ты радар не выключай, понятно? Нет, конечно, там Масакари, по-моему, стремится квадрат. Выйти сюда. Где она? Ну и пусть выходит. Они в С2, С2, С2. Они все в С2, хорошо. С2, Капа 5, Капа 8. Я просто думаю, что... Идут в вашу сторону вроде как. Да, они за нами идут. Хорошо, пусть идут. О, вот тут стеночка, мы сейчас за этой стеночкой встанем. Перестал самый тихоходный. У меня нет ЛРМ. Ничего страшного. У меня еще три нарка, но я в живых. Move at my position. Hide behind this wall, guys. Нарк еще есть, да? Три нарка еще есть, это раз. Пускай не забывают, ребята, радар включать во время narcs, атаки ЛРМ. So we tried to get them from this wall. Looks like they're following us, so... Судя, они за нами идут? Похоже, да. Пересечение C23. Вот, идут, вот, идут, судьи, идут. Судьи, вставай за бункером. Stay behind this wall, guys. Yeah. Понял. Duelist, fall back a little. They shouldn't see us. Follow my move at my position. Yeah, Derpy, you can see. Внимание, буду наркать походу Масакари. Да, наркаешь, если, и да, тут же отходишь. Подвернись, чтобы сразу отходить за стенку, ты нам живой нужен. Попробую. Ноги вправо, у тебя 360 градусов. У Масакари, кстати, спина пробитая. Хорошо так. R for radar on. Radar on and fire. Fire missiles. Сняли нарк. I think she narc lost down. Something. Нарк down. Давай еще раз. Radar off. 300 метров приближается. Four. Heading 360.